Шеф-повар Максим Григорьев. Шарлотка с ежевикой. В период, когда вокруг есть различные вкусные и натуральные свежие ягоды, так хочется готовить свою выпечку именно с ними. И шарлотка – один из самых простых, самых доступных и самых вкусных вариантов. Приготовьте себе и своим родным шарлотку с ежевикой. Это очень вкусно, красиво и легко. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты теста. Ежевика свежая 120 грамм. Мука пшеничная 1 ст. Разрыхлитель 0,5 чайных ложек. Сахар 1 ст. Соль 0,2 чайной ложки. Яйца куриные 3 штуки. Ингредиенты для смазки формы. Ежевика свежая 120 грамм. Мука пшеничная 1 ст. Разрыхлитель 0,5 чайных ложек. Сахар 1 ст. Соль 0,2 чайной ложки. Яйца куриные 3 штуки. Масло сливочное 1 столовая ложка. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобится пшеничная мука, яйца, сахар, соль, разрыхлитель, ежевика свежая. Шаг 2. В большой миске соединить 3 яйца, сахар, 1 стакан и соль, 0,2 чайной ложки. Шаг 3. Взбить массу мощным миксером на протяжении 4-5 минут. Масса должна увеличиться в объеме минимум в 3 раза. Шаг 4. Аккуратно, порциями, с помощью кулинарной лопатки вмешать просеянную с разрыхлителем, 0,5 чайных ложек, муку, 1 стакан. Шаг 5. Тесто должно получиться очень нежным и воздушным. Шаг 6. Форму, диаметром 18 см, выложить кулинарной бумагой. Смазать дно и стенки формы сливочным маслом, 1 столовая ложка, и посыпать пшеничной мукой, 1 столовая ложка. Выложить в форму 2/3 части теста и разровнять. Сверху выложить ягоды ежевики, 120 грамм. Шаг 7. На ежевику выложить остальное тесто и разровнять. Шаг 8. Выпекать шарлотку в предварительно разогретой до 180 из духовки, приблизительно 35 минут, до сухой лучинки. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.